К нашему эфиру присоединяется Игорь Эйдман, социолог, публицист. Игорь Веленович, здравствуйте. Игорь Веленович, приветствуем. Добрый вечер. Игорь Веленович, ведь действительно ни Акунин, ни Быков ничего нового не сказали. Абсолютно. Что изменилось? Я думаю, что просто Путину или каким-то ближайшим клевретам, к нему приближенным, типа Патрушева, кто-то вовремя поднес, значит, бумажки или показал видео, где, собственно, Быков и Акунин пока честно и прямо, как не в первый раз, уже говорят о том, что они поддерживают Украину и выступают против российской агрессии. То есть то, что это как бы и раньше было известно, это одно дело. Но это, видимо, информация по каким-то причинам не было ни у кого желания вытащить ее на самый верх. Я думаю, что эта информация сейчас поступила на самый верх, и, возможно, это решение принимал сам лично Путин. Конечно, он прекрасно знает и представляет себе, что такое Акунин, кто такой Быков. И, безусловно, ему наверняка было очень неприятно и даже эмоционально болезненно то, что они так открыто выступают против него, против Путина, против путинского режима, поддержку Украины. И я думаю, что это он лично инициировал такую публичную порку одних из самых известных российских писателей. Поскольку проходятся по писателям катком репрессивным, о чем это может говорить? Или на каком этапе вот этих репрессий, на каком этапе диктатуры сейчас находится Россия? Можно ли проводить параллели, ну, например, там, с гитлеровской Германией? Очередную параллель имеется в виду. Да, это, кстати, интересно, действительно, путинский режим – это такая диктатура, которая постоянно цементируется, становится все жестче и жестче. И система становится все более тотальной, все более тоталитарной. Если мы посмотрим раньше, да, ну, условно, там, как какая-нибудь середина нулевых, значит, зачистили телевидение. Телевидение — наиболее массовое средство массовой информации. Извините за тавтологию, оно наиболее важно для власти. Зачистили его, убрали нежелательных людей, прикрыли НТВ и так далее. Но никому в голову не приходило гоняться там за писателями или за театральными режиссерами. Это считалось, ну, как бы элитарная продукция, они производят интеллектуальную. И для населения это не столь важно, и для власти тоже не столь важно. Сейчас мы видим уже и в театрах полные, значит, построили все театры, и нежелательных режиссеров типа Серебренникова хотели посадить или выдавили за границу. И я смотрю уже и с книгоиздательством тоже, теперь и с журналами толстыми литературными приходит туда цензура, выкидывает оттуда оппозиционно настроенных авторов. То есть если вот сравнивать это с гитлеровской Германией, то в гитлеровской Германии была такая политика унификации. То есть нужно было все стороны жизни, культуру, литературу, образование, ну и все другие, профсоюзы, все что угодно, нужно было унифицировать, то есть построить в один ряд, заставить маршировать по команде нацистских бон, Айт-2. Гитлер сделал это, надо сказать, очень быстро. Эта унификация прошла буквально за два года, 1933-1934 год. Путин, он вообще какой-то медленный такой диктатор, он очень долго всегда запрягает, долго принимает решения. И, собственно, он все это он делает ровно то же, что и Гитлер, просто очень долго. Вот у него эта унификация идет, там, начиная условно примерно с 2003 года, с разгона НТВ, и сейчас 20 лет уже. И сейчас, мне кажется, она уже приходит к такой совершенно тоталитарной структуре. То есть теперь построено, естественно, образование, школа, университеты, жестко построены театры, значит, изобразительное даже искусство сменили директоров в некоторых крупных музеях. И сейчас добрались уже до художественной литературы, что называется, последнее. И, конечно, это тоже традиции гитлеровские, традиции советской власти. Вспомним запрещенные писатели во времена Советского Союза. Солженицын, Бродский, Аксенов, Войнович, Владимиров, Гладилин и множество других. Вот теперь новый пул запрещенных писателей. Сейчас это уже точно Акунин и Быков. На подходе Сорокин, Улицкая, Виктор Ерофеев. Их тоже обвиняло российское телевидение в предательстве. Я думаю, что это только дело времени, когда их книги начнут издавать. Ну и многие другие писатели также. Да, Глуховский, очень, кстати, очень хорошо издающийся здесь в Германии русский писатель Дмитрий Глуховский. И вот он тоже уже признан, насколько я знаю, уголовным преступником в России. Шишкин и многие другие писатели, лучшие русские писатели сейчас или под явным запретом, как Акунин, или под полузапретом.
Да, теперь в метро придется опять обложечки людям менять. Ну или смотреть, если читают в гаджетах, чтобы никто это не подсмотрел, потому что тоже будет, получается, грозить это статьей. Читание запрещенных авторов. Мы возвращаемся к пресс-конференции Владимира Зеленского, которая именно в это время сейчас проходит. И у нас есть его синхрон о том, что он сказал, что Россия не достигла победы в 2023 году. Предлагаю нам все вместе сейчас его посмотреть. У России нет ни одного результата за этот год. Я не говорю о 22-м годе, я говорю о 23-м, ни одной цели. Это доказывает тот факт, что месседжи Кремля не изменились. У них все те же цели этой специальной военной операции. Это оккупация нашего государства. Это выход на административные границы украинского Донбасса. Даже этого они не достигли, поэтому ни одной победы Россия не достигла ни за 3 дня, ни за 2 года. Игорь Ильинович, как считаете, сегодня Кремль может позволить себе, ну, оказаться в той ситуации, когда ни одной победы не достигнуто? Я сейчас не говорю о фактическом достижении побед. Нет, нет, ни в коем случае. Я говорю о создании видимости достижения побед. Ну, это же известно, да, что такой анекдот есть, что все севернокорейские телезрители убеждены до сих пор, что КНДР чемпион мира по футболу. Ну, то есть, имея такой инструмент манипуляции, как тотальная телевизионная пропаганда, российским обывателям, не всем, конечно, но значительной части, можно внушить что угодно. Они каждый раз придумывают, и надо сказать, что они, в общем, как мастера, конечно, пропаганды работают там. Значит, они каждый раз придумывают новые победы. Нет побед, тогда они выдают за победы отсутствие поражений, например, явных и видимых. Например, они все лето, как сумасшедшие, трубили о том, что украинское контрнаступление провалилось, и называли какие-то совершенно безумные числа подбитых танков, там, самолетов и так далее. То есть столько, сколько Украины, в принципе, не было никогда. Вот. Но, тем не менее, такой условный средний обыватель как-то уши развесил. И, судя по вот тем же социологическим опросам и контент-анализу социальных сетей, какого-то большого перелома в общественном сознании не произошло. Пропаганда действует довольно эффективно. Единственное, что можно заметить, все-таки медленно, но растет некая усталость от войны и количество россиян, которые хотели бы, чтобы был вот завтра подписан мирный договор, и чтобы война прекратилась. Даже если она не будет, если цели ее будут не полностью достигнуты или не достигнуты. И в этой связи многие эксперты предполагали, что Путин попытается оседлать эти настроения и начать что-то такое рассказывать о том, что он тоже типа за мир и, в принципе, не готов к каким-то дальнейшим мирным телодвижениям. Но он абсолютно не пошел по этому пути, хотя это ему явно выгоден был бы путь в международном плане, прежде всего, да и во внутреннем, внутриполитическом. Он продолжает с маниакальным упорством параноика, одержимого сверхценной идеей, долдонить, что все цели спецоперации будут выполнены. То есть, по сути, вот многие говорят, да, всякие, скажем так, сомнительного рода журналисты и эксперты, что вот там типа и Путин готов уже остановиться, может заморозить войну, что типа нужно пойти к нему навстречу, а он показывает, что он не то, что не готов, что он не готов ни на что, ни на какой другой исход войны, кроме уничтожения Украины как независимого государства, а украинцев как самостоятельной нации. Это его идея фикс, абсолютно параноидальная, и он с маниакальным упорством будет стремиться к реализации этой идеи, пока просто ему физически не сломает на этой войне шею. Ну, над чем и работают вооруженные силы Украины. И, кстати, об этом же не устает говорить президент Украины Владимир Зеленский. Игорь Веленович, спасибо вам огромное за то, что присоединялись к нашему эфиру. Игорь Эйдман, публицист и социолог, специально для телеканала «Фридом». Спасибо. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.